нет ни одной семьи белорусов. Такая доля была белорусов в этой страшной войне, которую затронула каждую семью. И мы это должны помнить. Должны помнить, сколько на алтарь победы наши предки, наше старшее поколение положило жертв для того, чтобы мы сегодня жили то, что мы сегодня видим. Мирную страну и мирную нашу жизнь. И мы видим сегодня, что переписывается история, и это попытки были всегда. Но сегодня это делается, может быть, с таким цинизмом, потому что уходят те свидетели войны, которые воевали, которые знают правду войны, которые помнят войну. И сегодня делаются попытки, чтобы ее переписать, чтобы ее переврать или перевернуть. Здесь жестко надо на это реагировать, и здесь никаких компромиссов быть не должно и не может быть. Потому что мы сегодня эту правду должны знать, мы эту правду должны нести, и эту правду, об этой правде мы должны рассказывать. Сегодняшнее такое мероприятие, символичное мероприятие, когда мы на вершине Кургана Славы передали нашим альпинистам, нашим белорусским альпинистам, которые в ближайшее время сделают восхождение на самую высшую точку нашей планеты, на гору Эверест, где переданы наши символы, национальные символы. Они будут установлены на самой высокой точке планеты, а земля Кургана Славы будет развеяна на Эвересте. Мы таким образом показываем всему миру, что именно мы, белорусы, говорим, что сегодня самая высокая ценность для всех людей – это мир, стабильность и спокойствие. И мы это говорим потому, что мы знаем, что это такое, и знаем этому цену. На вершину мира я планирую поднять флаг республики, родины, где я вырос, где я состоялся как человек, как личность, знамя победы. Я считаю это большой гордостью. И поднять капсулу с землей с Минского кургана славы, священного места для всех белорусов.